En güçlü, en tezkor, en tecrübeli. Bugün kim bo'lishini bilasanmi? Bedwinner bilan birga birinchilardan bo'lib garov tikishga ulgur. Demak, не будем тянуть друг друга. Да, ну что у нас? Отличный бой, пацаны показали. Заряженные, мощные. Реально, это, по-моему, первый бой, да, который у нас дошел до конца дистанции. Достар, демак, чөзіп отырмаймыз. Қызыл бұрчакта Сарварбек Мехмоналиев құтқоламыз. И в красный угол октагона приглашается боец, представляющий Узбекистан. Встречайте, Сарварбек Мехмоналиев! Салам алейкум, амеге. Мен Мехмоналиев Сарварбек, Рахманжан оғылы. Андижан улайяты, олым атынан, мен бұл ақышлағыдан мен. 1996 yılında doğulgen ben. Ben sportga otam sebeple kirgen ben, otam kızıqtır geldi sebeple. Özümün kızıqış bolgen. Andijan Olimpiya Zahirli sportga olleciğe 2008 yılında. Krasnodar şahriga 2017 yılında geldim. Bu yerde işledim, bu yerde Şerler Cengini körüp 2020 yılında bu yere geldim. Birinci turda Şerler Cengi'de galiba kazandım. Bu yerda g'alaba qozonib, ikkinchi turga yo'llanma oldik. Xudo xolasa bu jangda ham yaxshi natijalar ko'rsatishga harakat qilamiz. Meni orzuim shuncha yil o'qish davomida shu oktagonga chiqish edi. Bunga yetkizdim shu organizatsiya sababli. Organizatsiyaga juda kattakon rahmat. Bu jangda raqibim qirg'izistonlik o'shlik, yaxshi raqib. Bo'ylarini ko'rdik, kuzatdik. Xudo xolasa keyingi janglarda ham yutib chiroyli ko'rsatishga o'zimizni O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'tarishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Orzuga yetishdik. Menimcha endi bu yog'ga yutib, dakansa ko'tarishga harakat qilamiz. Hammaga omad, ulg'a. Террол Джанги, львиная битва продолжается. И на ваших экранах вы видите, как Сарварбек Мехмоналиев из Андижана, Республика Узбекистан, выходит в октагон. 25 лет этому бойцу, 173 сантиметра его рост. 70 килограмм веса и один бой, одна победа. Abdumajidovich, Qirg'izistondan o'shdan bo'laman. Yoshligimdan beri shu qiziqishim bor sportga. O'zim karatedan qatnashganman. Peterga 2014 yil kelganman. Ishlash maqsadida qiziqishim orqali armiyaga ketdim. 5 yil vida sulzba qilib chiqib, Sherlar jangini 3-chi atborida urushib chiqib, Murodbek deganini yutdim. Hozir yaqinda bo'ladigan Sherlar jangida menga sapernik berishdi. Xudo xolasa chiqib, bir sizlarga chiroyli bir relishi bo'y ko'rsatishga harakat qilamiz. Shu sapernikni ham omad tilayman. Xudo xolasa shu 70 kg'ga chiqib, poyezdimizga kela, Xudo xolasa. Визави Сарварбека в этом бою будет Каримов Жуланбек. 24 года, 70 кг вес, 170 см. Боец из Республики Кыргызстан, город Ош. Международный поединок
первый международный поединок сегодняшний вечер, дорогие друзья. Также у него один бой, одна победа. Из разных стран приезжают, участвуют на данном турнире молодые спортсмены. Кто-то из них будет первым чемпионом львиной битвы, получит уникальный чемпионский 3D-пояс, денежный приз. И в дальнейшем будет развиваться профессиональный боец смешанных единоборств. Именно для этого весь проект от Рустама Рахмонова и задуман. И напоминаю, что еще у вас, дорогие друзья, тех из вас, кто чувствует все силы и уверен в них, что вот он может составить конкуренцию этим ребятам, присылайте свои заявки, все контакты под описанием, в описании к этому видео. Приезжайте в Санкт-Петербург, в клуб R3 Maximus Gym, проходите кастинг, и кто знает, может быть, на следующем этапе я буду комментировать, как вы выходите в октагон и проводите свой первый профессиональный бой. Слушайте, дорогие друзья, тут взрыв был восторгов. Будут поддерживать своих бойцов зрители. Олег Кучеренко дает последнее наставление. И сейчас бой начнется. Мехмоналиев Сарварбек, представляющий Республику Узбекистан, город Андижан, против Жанланбека Каримова, представляющего Кыргызстан, город Ош. Заряжены бойцы на этот бой. И Олег Кучеренко дает сигнал к началу поединка. Сарварбек занимает центр октагона, пытается раскачать своего оппонента на атаку. Наносит первый удар. Попытка фронт-кика. Хороший лоу-кик, но пока что же Жанланбек присматривается к своему противнику. Еще ни одного атакующего действия не сделал. Ждет. Внутренний лоу Сарварбека. И тут же пошел вперед Жанланбек, сбивает на пол своего оппонента. Удается сейчас Мехмоналиеву подняться. Идет вперед Жанланбек. В обмен ударами идут бойцы. Вот и зрители почуяли сразу нерв этого поединка. В обмене ударами пытается в клич завязаться в Жанланбек. Фронт-кик от Мехмоналиева, идет он вперед с ударами. Несколько мощных ударов в голову наносит, но принимает этот бой сейчас Каримов. Зарубились парни. Хороший сейчас тейкдаун дает Мехмоналиеву. Выходим в боковое удержание. Это такой, ну, не чистый бульдогчок, больше скручивание сейчас идет, и опасно как. Это выглядело очень опасно. Поднимает Олег Кучеренко бойцов в стойку. Синему.
Снова у нас затишье перед бурей, я думаю, дорогие друзья. Попытка нанести Уширу. А так улыбнулся Каримов. Все он видел издалека. Удар был не подготовлен, не замаскирован, поэтому и цели он и не достиг. Ну вот пошел вперед же Вланбек, попался на подсечку, но чуть не оказался сверху сейчас сам. Дает ему встать. 18 секунд у нас до конца первого раунда. И завершен у нас первый раунд. Секунданты вбегают в октагон дать какие-то указания, наставления своим бойцам, немножко дать им вздохнуть, отдохнуть, привести в чувство. Ну что ж, неплохо. Первый раунд у нас прошел в обмене ударами в жестком. Никто причем не был потрясен. А вкладывались в удары ребята очень прям так с душой. Сейчас, да, там нужно немножко покрытие октагона привести в порядок, вытереть воду пролитую. И начнется у нас сейчас второй раунд. Сарварбек Мехмоналиев из Узбекистана против представителя Республики Кыргызстан Живоламбека Каримова. Первый раунд был очень многообещающим и динамичным. Посмотрим, продолжится ли такой бой во втором раунде. Опять у нас центр октагона пытался занимать. Сейчас Сарварбек пошел вперед, Каримов. Снова в обмен ударами завязались. Не собираются уступать друг другу оппоненты. Еще хороший удар. Сейчас уже у нас в центре Каримов. Теперь он пытается контролировать эту позицию в октагоне. Пошел он вперед, три удара нанес, но все по воздуху. И вот так вот завязались в борьбу парни. Сверху сейчас оказывается Сарварбек. Пытается Живоламбек вывернуться, сам ногу прихватывает. И тейкдаун проводит. Однако шея захвачена, нет. И... Да, сейчас вот, сейчас может пойти гильотина, но нет, захват ногами, в маунте уже Каримов. Пытается плечом бить, но тут уже опасности для него никакой. Поднимает Олег Кучеренко бойцов в стойку. Минута остается до конца второго раунда. Снова с ударами пошел вперед Живоламбек Каримов. И такой у нас бросок на бросок с контрприемом. И гильотину сейчас пытается Живоламбек сделать. Напомню, что у нас время борьбы в партере ограничено, поэтому Сарварбеку достаточно просто продержаться 30 секунд в захвате. Хотя положение для него не самое. Не самое удачное было. Ну что ж, последние секунды второго раунда истекают.
Кто же заберет концовку во втором временном отрезке данного поединка. Видно, что уже подустали бойцы, не так свежи они, как в первом раунде. Ну да, заканчивается второй раунд. Но не упустил возможности Олег Кучеренко сделать им какие-то внушения. И третий раунд у нас начинается. Сарварбек Мехмуналиев против Карима Ужугланбека. Удар с ноги с разворота начинается. Третий раунд. Ну, сейчас пока силы есть, надо на заряде, конечно. Атаковать, какой сейчас бросок удается. Но вот опять шею прихватил Каримов. Нет, так не задушишь. Так не задушишь, но подвязать придется своего оппонента, чтобы он не вырвался и ни сам не пошел в атаку. Пытался сейчас Каримов позицию как-то улучшить, но она для него патовая абсолютно получилась. И Олег Кучеренко опять вмешивается, опять бой в стойку у нас переходит. Пытается сейчас Жуланбек идти вперед. Получает лоу-кик мощный. Но сложновато будет рассудить этот поединок. Пока вот я бы лично никому предпочтения не отдал. Оба молодцы, оба стараются. Как раз весь вопрос именно в технических нюансах. И вот сейчас хороший удар удается Мехмуналиеву. Еще один. Но как скала стоит Каримов. Не потрясен, он абсолютно еще и вперед идет. Пытается сейчас дальними ударами Жуланбек своего оппонента достичь. Надо выкладываться последние минуты. Я думаю, что если концовку заберет, тот и выиграет этот бой. Пытался сейчас Сарварбек сделать бросок. Допустил ошибку прям грубейшую. Сейчас может спину отдать. Получил несколько мощных ударов. Каримов быстренько бросился душить, но тут сейчас как раз спешка ему и повредила. На мой взгляд, он сорвался с хорошей позиции. И никакой уже опасности для Мехмуналиева не представлял в этом положении. Получилось, что потратил несколько драгоценных секунд, мог просто пытаться добить своего оппонента. А решил вот идти в удушающий и упустил инициативу. Ну и Сарварбеку нужно быть очень аккуратным. Потому что второй раз его могут так уже и не выпустить. Последние секунды истекают третьего раунда. Ну что ж, кому отдадут вот предпочтение? Судя, будет очень интересно. Хороший удар на входе сейчас Сарварбек пробил своему оппоненту. Бой завершен. Ну и что же скажут судьи? Что же скажут судьи, дорогие друзья? Крайне любопытно это все будет.
Итак, дорогие друзья, у нас есть решение. В этом бою без компромисса. Объявляется ничья! Ну что ж, на Соломонова решение принимают судьи. Да, бойцы были действительно равны. Сделали, по большому счету, одинаковое количество технических действий. Оба шли вперед, оба бились до конца. Оба были достойны друг друга, это ничья. Я напоминаю, что мы не спорим с судьями. Узбекистан! Шуэлэ, бриджина в Татунгонг, рахмат этам. Садиқлар, октагонлар дуже айрашты башлау, да холоса такер тиейли. Амага рахмат, организация гюзлекеттинга рахмат. Сапенникем рахмат. Умазы берсе, реки тренерлэ, недовольны, пресс-конференцияда көрчамыз, балки реванш берамыз слаге. Жалобек, слушай, я знаю, что ты не совсем согласен с данным решением, но судейское решение есть решение. Мы его не оспариваем, а все можно будет обсудить на пресс-конференции, если кто-то из твоей команды есть какие-то вопросы по поводу судейства. Это все оговаривается после турнира, подается апелляция, есть определенный порядок. Вот, есть решение, поэтому, ну ты молодец, показал отличный бой. Я очень рад, что в данном промоушене все больше и больше бойцов с Кыргызстана выступает. Я уверен, что в дальнейших турнирах подтянутся твои земляки, которые увидят и будут за тебя топить все больше и больше. Тебе слово. Ассаламу алейкум всем. Так получился, так. Ну, конечно, мы дождались победу. Ну, что могу сказать? Иншаллах, все хорошо будет скоро. Еще тренировка мы здесь будем, конечно. Спасибо. Да, ну что, я думаю, что реванш быть, наверное. Мы это все обсудим на пресс-конференции. Ну что, друзья, а мы тем самым двигаемся дальше. Давайте подарим аплодисменты бойцам. Им очень нужна ваша поддержка. Я уверен, что они показали отличный бой. Будет еще завершение. О, отлично. Супер трюк показал, молодец. Эйн Кучли, Эйн Тескор, Эйн Таджири Бали. Бугун, ким болышыны біласамма? Бэтвинер бұлан бірге, бірінчілардан болып, гаром түкшіге ұлгы. Қызыл бұрчакта Евгений Лихачев. И в красный угол октагона приглашается боец, представляющий Россию. Встречайте, Евгений Лихачев! Всем привет, меня зовут Женя, мне 30 лет, я из города Санкт-Петербурга, занимаюсь единоборствами достаточно давно, но вот это мой дебют в ММА, я очень это долго ждал, я это очень хотел, собственно, я этого достиг, сегодня день Д, я очень заряжен, я хочу выйти, я хочу победить, я хочу показать хороший бой, что я думаю про своего соперника. Парень более опытнее меня, но меня это не смущает, наоборот, это меня драйвит. Я хочу выступить, показать хороший бой, я заряжен, вот, и покажу еще раз сердечко. Ну что ж, еще один международный бой нас ждет, дорогие друзья, на проекте Шерл Джангли. Львиная битва. Первым в октагон выходит Евгений Лихачев. 30 лет этому бойцу, 77 килограмм, 175 сантиметров рост. Выступает он в полусредней весовой категории. В
последнее приготовление перед выходом в октагон. Константин Черниченко проверяет бойца. Конечно, уже прошли эти романтичные времена, когда подкову боксерские перчатки на Диком Западе заряжали, так сказать, на счастье подкладывали. Вот, и уже, конечно, никто из бойцов этим давно не промышляет. Все понимают, что это профессиональный спорт, все уважают своего оппонента. Но традиция есть традиция, поэтому экипировка проверена, и Евгений Лихачев появляется в клетке. Встречайте, Дилшот Уткира! Хамаге салам алейкум, ман Уткира Дилшот, Қашқадарья вилояти Чироқчи туманидан. Бошлигимдан куреш бўйича шуғурланиб келаман. 2018 yildan beri Rossiyaga kelaman, stroykada ishlayman. Ishdan bo'sh vaqtim Maksim aka qo'ldoshi qo'lda trenirovka qilaman. Maksim o'zimda. Chirlar jangiga at bo'lishni turnirda Бигзот деген бола билан чуштим, уни юттим. Манга яқинда бўладиган Шерлар жанги R3 Fighting Championshipda манга соперник беришди. Ҳозир ўзимни барбага тортяпман, барбарда ҳозир яхши результатга кўрсатишга ҳаракат қиламан. Соперникимга келадиган бўлсак, барбада кирса барбага, стойкада кирса стойкага, любой пайтда тайёрман, жавоб қайтараман. Ҳамма спортсменларга омад тилайман, яхши бойлик кўрсатишга ҳаракат қиламиз. Соперником Евгения станет Дилшот Уткиров, боец, представляющий Республику Узбекистан, город Кашкадарё. Один бой у него, одна победа. 24 года ему, 170 сантиметров рост. Вот так он, если верить статистическим данным, сильно пониже своего оппонента, но выступает в том же полусреднем весе. Посмотрим, как будет развиваться данный поединок. Опять мы видим Максима Булдашева, который будет секундировать Дилшота. Представляю вам бойцов. Слева от меня боец из синего угла. Его возраст 24 года. Рост 170 сантиметров. Его профессиональный рекорд составляет одна победа, ни одного поражения. Родом с Узбекистана. Город Кашкадарё. Встречайте, Дилшот Уткира! А справа от меня бойцу 30 лет. Рост 185 сантиметров. Это его дебют. Прямиком из города Ленинграда, Россия. Встречайте, Евгений Лихачев! Итак, бойцы проведут на бой в трех раундах поединки по 3 минуты. Рефери в октагоне Олег Кучеренко. Показываем красивый поединок, положение друг к другу. Последнее наставление Олег Кучеренко провел для бойцов. Секунданты покидают октагон. Евгений Лихачев против Дилшота Уткирова. Боец из России против бойца из Республики Узбекистан. Шерл Джанги, дорогие друзья, на ваших экранах. Начинается бой. Попытку сразу первого же удара со стороны Евгения. Дилшот спокоен. Выжидает он своего момента.
Попытка джеб нанести. Пока что не переходит к активным действиям оба бойца. Каждый из них, видимо, готов работать вторым номером. Ждет атаки своего оппонента. Лоу-кик Евгению удается. Пытался душой зарядить, но получилось по воздуху. Мне кажется, немножко скован он. Вот сейчас еще один удар в ответ. Минута прошла, да, и вот к активности призывает Олег Кученко бойцов, потому что, ну, зрители здесь, и у экранов собрались для того, чтобы посмотреть бой. Бойцы пока, мне кажется, чересчур осторожничают. Но как знать, что будет дальше. Хороший сейчас вот прошел, немножко так дилшот застоялся и получил сейчас удар навстречу. Но Лихачев особо не вкладывался в него. И сам сейчас получает по челюсти. Тут Киров за ответом просто в карман не полез сразу же. Буквально ответил ему за трещину. Подхватывает сейчас ногу Дилшот, сбивает своего оппонента в партер. Пытается обойти защиту. Лихачев старается там закрутиться, найти где-то захват. А получается, что запускает оппонент аж в север-юг себе. Отдает спину, накатывает так на него Дилшот и опять оказывается сейчас в гарде. Пробивает несколько мощных ударов, прям чувствительных. Сбрасывает ноги оппонента. Но 30 секунд. На работу в партере. Неважно, идет там добивание или еще что-то. Таково правило. У тебя есть 30 секунд на то, чтобы доработать своего оппонента. Ну, видно, что Дилшот зажегся. Пошел вперед с ударами, получил навстречу. Не останавливает это его. Ох, зарядил как мощно сейчас боковым. Падает Евгений, пытается сейчас его Дилшот добить. Тяжелейшая ситуация для Лихачева, но раунд может кончиться через 10 секунд буквально. Удастся ли Евгению продержаться? Гвоздит его Уткиров. 3 секунды до конца первого раунда, ну... И истекает время. Евгений Лихачев был просто буквально в шаге от поражения. Итак, у нас завершился второй раунд. Может ли продолжить бой сейчас Евгений Лихачев? Мощнейший удар он пропустил. Добивание. Начинается второй раунд. Он восстановился. Сможет ли он продолжать этот бой? Но готов Евгений Лихачев. Дилшот Уткиров прям почуял кровь, почуял близость победы. Я думаю, что сейчас он прям сразу может броситься на своего противника, чтобы не затягивать решение данного вопроса. Кружит Уткиров сейчас по октагону. Хочет опять подкрасться на свою ударную дистанцию. Идет вперед, он натыкается на ответку от Евгения. Евгений сейчас собран, понимает, что еще один такой удар он пропустит, и бой для него закончится. С второго раза Дилшот, скорее всего, уже его просто отключит. Подгоняют, прямо сейчас вот секунданты
своих подопечных. Ну, снова вот у нас осторожное начало, но такое было и в первом раунде, после которого последовал настоящий взрыв с нокдауном. Что это ждет сейчас нас, дорогие друзья? Подхватил сейчас ногу Евгения Дилшот. Проводит красивый тейкдаун. И снова прям начинает из гарда работать. Отдает руку! Опаснейшая ситуация была для Уткирова. Умудряется он стряхнуть своего оппонента. Да, Лихачев вот показал, что опасен он в партере. Но сейчас упустил он этот шанс. И уже под диктовку Дилшота идет бой. Переходит он в маунт. Начинается добивание. Опять времени. Времени не хватило Уткирову. Тяжело встает Евгений Лихачев. Разбито у него лицо, но продолжает он битву. Идет вперед Дилшот. Решил уже не в размен ударами входить, а в клинч. Ну, получает это коленом сейчас. Лихачев тут еще пару козырей в рукаве-то припас. Коленом пробивает снова. Вот неожиданно так достаточно для своего оппонента. Он включает эту работу коленями. Подбивая ему дыхалку. Олег Кучеренко прекращает эти истории в клинче, возвращает бойцов в стойку. Все для того, чтобы бой был наиболее зрелищным. Что там у нас со временем? Последние секунды истекают второго раунда. Лихачев попадает опять прямым ударом. Ну что ж, молодец, собрался после сокрушительного концовки первого раунда. Умудрился найти все силы, второй провел более чем достойно. И нас ждет третий, решающий отрезок времени. Очень любопытно, чем закончится этот бой. Ну что ж, сейчас начнется третий решающий раунд. Евгений Лихачев против Дилшота Уткирова. Посмотрим, что сейчас могут предложить друг другу оппоненты. Какие выводы они сделали вместе со своими командами по итогам первых двух раундов. Пытается более собрано работать. Лихачев идет сам вперед. Попадает в клинч. Устоял на ногах. Опять колено отвешивает в корпус оппоненту. Но вот тут Дилшот достал его боковыми мощными своими ударами. Теми самыми, которые чуть в первом раунде ему не принесли успех. Сейчас он попадает. В хоккейном таком уже клинче начинается бой у нас. Там удары по корпусу. Но как только дело доходит до колени, тут прям Евгению есть, что предложить Дилшоту. Атакует тут Киров. Ему нельзя останавливаться, потому что Лихачев приходит в себя. И крайне опасен он вот в тайском клинче. Пытается в ноги пройти Дилшот. Дается ему тейкдаун. Сразу же гард закрывает Евгений. Но сил уже нету, не сменить позицию, не улучшить ее. Ну, Олег это понимает, Олег Кучеренко, рефери всех поединков сегодняшнего турнира. Поднимает бойцов стойку, оба видно, что устали, вымотались, но уступать никто не собирается. На львиную битву ты приходишь с львиным сердцем.
Что доказывают эти парни? Ну что ж, последняя минута. Кто сейчас будет атаковать концовки? Пытается Евгений своими прямыми ударами доставить до Дилшода. Колено навстречу зарядил, но пропустил опять подсечку. Дилшод Уткиров снова переводит своего оппонента в партер. Накрывает его. Пытается захват разорвать. Рефери снова вмешивается. Ну что, последние там секунды. Сейчас будет концовка раунда. Кто-то может еще добыть победу досрочно в этом бою, если взорвется, ринется вперед. Будет атаковать с шашкой наголо. Но готовы ли к этому бойцы? Хватит ли у них сил? Очень много отдано в этом бою, в этом очень непростом бою. Еще один удар удается Лихачеву. На прямых у него все хорошо, а вот на боковых все лучше гораздо у Дилшода. Бой в клинче у нас проходит. Ну что, последние секунды истекают. Посмотрим, кому отдадут победу судьи. Думаю, что будет это все-таки Дилшод Уткиров. Именно за счет сокрушительной концовки первого раунда. Но я могу ошибаться, я все-таки не судья. Во втором, в третьем раунде Евгений Лихачев смог найти силы для такого камбэка своеобразного. И навязал хороший бой Дилшоду. Но, как по мне, так все-таки, наверное, Уткиров должен быть сейчас обеим победителем. Но, опять же, я, наверное, забегаю вперед. Посмотрим, что скажут судьи. Хороший бой, плотный бой на встречных курсах. Уткирова с победой. Благодарим Евгения Лихачева за хороший бой. Ну и двигаемся дальше. Бали. Бугун, ким болышыны біласамын? Бэтвинер білам бірге, бірінчілерден болып, гаром түкші болды. Яқшы бой көрсетіліп әген Усама. Жүді, кәттерамын әді қоқшымамын өлі әтчігілеге. Кәттігім рахмат. Сол болесіз, әргенізетіліген кәттігім рахмат. Қадыш. Спасибо, сен. Это был победитель Дилшод Уткиров, Узбекистан. Итак, друзья, я напоминаю, что Кулама Хозер Лайф китят тоже бирдэнге шу бөлүбөткөн турнирде Бетвинер каналда көрүшүңүз мүмкүн. Бемало ставка кылышыңыз мүмкүн. Өзүңүз кокулаган спортчуларга. Ты кого-то хотел пригласить на октагон? Да, друзья,
Здесь у нас сейчас присутствует очень уважаемый человек, глава диаспоры Узбекистана, города Санкт-Петербург. И я хочу его прогласить здесь сюда, дать ему слово. Встречайте, Хайдаров Алиджан Джахангирович. Приветствуем вас и ждем здесь, в октагоне. Саламу алейкум. Чонгарек яхшимс. Ассаламу алейкум. Здравствуйте, дорогие гости, дорогие участники сегодняшних соревнований. От лица узбекской диаспоры Санкт-Петербурга хочу поблагодарить организаторов вот этих соревнований, гостей поблагодарить, что они пришли к нам в гости сюда, поблагодарить участников, которые сейчас участвуют. Кто-то побеждает, кто-то проигрывает, но это спорт. Здесь надо быть ловким и сильным, я думаю. И просто от лица узбекской диаспоры хочу обратиться к нашей молодежи, чтобы они в Санкт-Петербурге, это многонациональный город Санкт-Петербург, я вот более 35 лет уже возглавляю эту узбекскую диаспору, и я даже не думал и не мечтал, что придет такое время, что наши земляки приедут в Петербург и будут вот так соревноваться, участвовать в соревнованиях. Конечно, поблагодарить вот ребята-организаторы, если бы не они, конечно, такого не было бы. И Санкт-Петербург – это многонациональный город и самый толерантный город России, наверное. У меня от лица диаспоры будет просьба к нашим молодежи не демонстрировать в Санкт-Петербурге свою силу на улице. Если вы хотите продемонстрировать силу на улице где-то, лучше прийти вот на такой ринг и на таком ринге показать свое искусство, свое мастерство. Потому что наш город Санкт-Петербург, я сказал, многонациональный, и нельзя в этом городе хулиганить, нельзя вот устраивать какие-то дебоши, драки. Бывают вот случаи бытовые, ну они маленькие, мы их успокаиваем быстро. И от лица диаспоры хочу еще раз поблагодарить организаторов этих соревнований, судей поблагодарить, судейскую коллегию, которая судит эти поединки, поблагодарить гостей и нашим землякам, что они участвуют здесь, им их тоже поблагодарить и пожелать, чтобы хаммаларина худа сахласан. Яхшы болып юрилер. Рахмат. Рахмат, ака, сіз ям кеганізге. Рахмат, ака. Сіз бұл гапізге полностью қошлаймыз. Тоқтайым, тарасым үш қояды. Давай, друзья, Қызыл Бұрчақта күтіп қоламыз. Достон Дойсмұрады. Красный угол октагона приглашается боец, представляющий Узбекистан. Достон Дойсмұрады. Бір отамның құрсаншылық үшін кірді. Ишханаға спор залы кіріп тұрғанға келмей жоқ. Ассаламу алейкум, мен Өзбекистаннан, Самарқанд, Пасторым Анапонадан. Досмуратов Достон, өшім 26-да, Санкт-Петербургта 5 жылдан берін шөрді. Рахмат, бірінші турнирді бой берішті, соперник берішті. Иншаллах, 21-да бір өте деген, 21 август күн бой өте деген. Бойдем оматымысынан көрамыз. Яна қардойым кіде, тәйірленмегенімізді, шыры шықайбыз, Аллахқа тәвәккер. Бір отамның құрсаншылығы үшін яна қардойым кіде. Ko'pligidan tomorqa qilishgan vaqti yo'q hozir. Shu sababli yana tayyorgarlik ko'rmasdan chiqyapmiz. Nima deymiz, sapernik kim omad? Hammasi Allohdan, omad hammaga. Ну что ж, остаются у нас финальные бои. Это будет тяжелый вес. Первым таким тяжеловесом станет Достон Дойсмұрадов. 25 лет ему, свыше 93 килограмм его боевой вес, 170 сантиметров рост. Он из Самарканда, из Узбекистана. Один бой, одна победа. Thank you.
Assalomu alaykum. Men Sherboyev Asilzod, 1994-yil, Surxondaryo viloyat Jarqon tumanida tug'ilganman. Men Sankt-Peterburg shahrida stroykada ishlayman. Bu ish vaqtlar trenovka qilib, hozirda tayyorgarlik yaxshi ketyapti. Chelak jangining 3-chi atborida qatnashib, Gran-priga yo'llanma oldim. Sapernigimga omad, hozirda qarg'adorqalar yaxshi ketyapti. Inshaalloh chiroyli bo'y ko'rsatishga harakat qilamiz. Ну и соперник Дастона Дусмуродова, Шербоев Асилзод, 27 лет, ему также тяжелый вес, 186 сантиметров рост. Также он из Узбекистана, представляет город Джаркурган. Один бой, одна победа. Пока вот у нас мы видим, как Асилзод Шербоев собирается выйти в клетку. Я тут наблюдаю, как по клетке, так со взглядом тигра ходит Дастон Дусмуродов, ожидает он своего оппонента. Из угла в угол перемещается, заряжен на схватку. Но Асилзод Шербоев спокоен абсолютно. Посмотрим, что же это будет за бой такой. Два тяжа. А это значит, что нокаутирующим может быть любой удар. Что ж, бой тяжеловесов, что-то будет, дорогие друзья. Дастон Дусмуродов, Асилзод Шербоев. Начинается поединок, прессуют друг друга спортсмены. Асилзод заходит в центр октагона, пытается подобраться на Дастон, и тут сразу таким сильным ударом идет вперед. Но встречает его Шербоев. Забирает спину, валит только на вас. Что, попытается забрать спину? Ничего себе! Завидную пластику сейчас продемонстрировали оба тяжеловеса у нас. Но удушающего нету. Сорвался Шербоев. А вот кровь уже пошла. И в таком большом количестве. Вопрос, что-то, что рассекли и кому. Останавливается поединок Олег Кучеренко. Сечка на брови, я так понял, что у Дастона Дусмуродова. Идет он вперед с фронт-киком. Пытался пробить лоу. Шербоев заходит в клинч. Опять будет стараться перевести. Ух, с каким ударом сейчас Дусмуродов пытался вырваться. Просвистел над головой Шербоева. Ну, вертушка опять же в воздух, а куча сил потрачена. Зачем? У тебя неплохо получается на руках. Какой смысл выбрасывать такой удар, который еще и не акцентированный? Ну, это вопрос опыта, опять же. С колена как раз сейчас попал Шербоев. Хорошо завалит он своего оппонента. Партера, вот это.
надо останавливать. Акцентированный удар коленом стоящего на колене бойца. Предупреждение вносит Олег Кучеренко. Ну, конечно, прям нарушение так нарушение. И как Дастон устоял под такими ударами, не потерял сознание. Диву даешься. Но бой у нас продолжается. Последняя минута первого раунда. Лоу-кик от Силзода. Первый раунд закончен. Бой тяжеловесов. Дастон Досмуродов, Асилзод Шербоев. Конечно, ну, в такой весовой категории надо экономить силы, максимально их рассчитывать, потому что 3 раунда по 3 минуты. Еще и оппонента на себе таскать. Итак, сейчас будет объявлен второй раунд. И опять начинает сейчас Силзод поджимать своего оппонента, как в первом раунде. Фронт-кик, но по воздуху от Дастона. Подсказывается он, и вот тут же сразу же в атаку идет Силзод. Получает мощный удар. Пытается развить успех сейчас Досмуродов. Атакует фронт-киками. Получает еще один удар навстречу. И будет бросок, или как? Да! Ну вот это на все деньги, дорогие друзья. С отрывом ног, с полной амплитудой, втыкает своего оппонента в канвас. И сейчас Шербоев Асилзод. Это было сильно. Пытается сейчас удержать его Дастон Досмуродов. Идет у нас борьба в партере, ограничена, напомню, 30 секундами. Ну что ж, зрители тут у нас зажглись этим поединком после такого броска. Начинают активно советовать, поддерживать бойцов. Ну что, Дастон будет сам идти вперед. Почувствовал, что можно ударами достичь победы. Но не думаю, что он хочет еще раз так полететь на броске, поэтому осторожничает. А вот как сейчас Шербоев 3 удара всадил. И снова на бросок пытается вывести своего оппонента. Да, есть бросок. А Силзод очень круто бросает. Переходит в маунт. Отключает руку оппоненту.
Ну, тяжелая ситуация сейчас для Достона. Но Асилзот... Да ладно, он что, треугольник будет накидывать? Ничего себе. Да, да. Асилзот Шербуев сверху стал накидывать треугольник. Ну, выглядело, конечно, круто. Вопрос в том, насколько целесообразно. Знаешь, что у тебя там 30 секунд на все про все, и можно было спокойно работать в добивании, но не стал. Решил сделать красиво. Последние секунды второго раунда истекают. И ждет нас третий решающий отрезок времени в этом бою. Ох, как вымотан сейчас Асилзот, мы видим. Хватит ли у него сил на третий раунд? Ну, тяжело, тяжело, конечно. Выносливость тут к третьему раунду, просто бензин кончается. И надо включать какие-то внутренние резервы. Плюс грамотная работа секундантов должна быть, чтобы дать бойцу продышаться. Просто поработать. Кулаки у тебя пудовые, вес огромный. Сиди да бей, казалось бы. Ну, а решил закинуть треугольник. Итак, решающий третий раунд. Достон Дусмуродов против Асилзота Шербуева. Итак, львиная битва у нас близится к финалу, предпоследний бой. Комейн ивент, скажем так. Ну, хочет драться Достон. Но в то же время он понимает, что как только в клинч дело войдет, Асилзот там из последних сил швыранет его, скорее всего, на канвас. И уже тогда силы у Дусмуродова не останется. Третий раунд. Тут шахматы такие вот сейчас идут. Своеобразные. У каждого, мне кажется, заряд на одно действие. Технико-тактическое. На удар или на бросок. И вот они хотят все вот, вот в это вложить. Ага. Это был бэкфист. Достон так работает и сразу оттягивается. Но ему, может быть, и хочется зарубиться. Он понимает, что за этим последует вот такая вот история. Клинч. Но останавливает он Шербуева. И у Шербуева бензин заканчивается, похоже, падает он. Начинает его Дусмуродов добивать. Я думаю, что да, даст. Да все, 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 все. Все, все, стучит, стучит, стучит. Стучит, стучит, конечно, стучал Шербуев. Вот так вот. Достон Дусмуродов два раунда очень тяжело боролся со своим оппонентом. А потом зарядился и в одной решающей атаке сумел его свалить. Такая вот была битва на истощение у нас, в которой победил Достон Дусмуродов, Шербуев. Асилзот здорово держался, здорово боролся, но третий раунд, просто все, силы кончились. В том числе самому себе проиграл, не сумел именно на три раунда силы распределить. Но это нисколько не умаляет заслуг Достона Дусмуродова, который два раунда выдержал этого катка, которым его пытались раскатать, и ударами потом добился победы. Итак, друзья, в этом супер тяжелом, нереально просто поединке победу одерживает боец из красного угла Достон Дусмуродов! Вообще, Асилзот и Кёлос вообще мощный бой был, да? Охерген Кельмоген.
Ontega shunday o'tkazib yuboram aka. Inshaalloh yaxshi boramiz. Bu ne paslet, ne perv. Что будет? Дальше больше. Дальше больше. Дадашон! Ютты, алхамдулилла. Что чисто охладим деген умитамы. Рустам ака, сізге мкаттоку рахмат. Что бой учим. Сымана. Укам жорларым, врачкаларым. Рахмат. Азик. Юттым жоры. Кимгадыр вызов, ее бошка нарса. После конференции, после конференции, когда Габио. Да, Инсоло. Самый тяжелый вес вызываем. Были. Габио, омаз зверцем, потому что за кулей. Газели возле. Мы таразом шумаем. Музыки не хватает. Та-та-ра-та-та. Та-та-та-та-та. Красавчик! Чё творится? Я в шоке, я в шоке. Дуста! Брать у этого сам бывает, да? Чунки. Олдам, я кинчи раунд. Я не тяжело веса. Шо, через охладный дега умит там. Кызыл бурчак, да? Больше, больше будет. Агар Абдел умит, то есть был. Главный спонсор Бетвинер компаниясыга алохыды өзүн миннатдорчулугун билдирамын, чүнкү спорткө катта кыссасын кошуяпты. Муну үчүн рахмат болду. Бетвинер, только Бетвинер. Друзья, генеральный партнер этого турнира – букмекерская компания BetWinner. Самая надежная и самая удобная букмекерская компания. Сейчас сможете сделать ставку в лайв-режиме. Ставьте, потому что бои просто нереальные и непредсказуемые. Эйн кучли, эйн тескор, эйн тачри бали. Бугун, ким болышына баласамна? BetWinner билан бирге биринчилардан болуп гаром тикишге болду. Этиборингизга Санкт-Петербург шаҳридаги R3 Maximus Gym янги спорт клуб очилганлигини маълум қилмоқчимиз. Мураббийлик вазифасида эса жуда ҳам кўплаб шогирдларни катта спорт майдонларига олиб чиққан машҳур жангчи Максим Кулдашев. Сиз ўзингиз yoki farzandingiz bilan kelib ushbu sport klubida sizga qulay bo'lgan vaqtda shug'ullanishingiz mumkin. Bizning manzil Yelizarskaya metro bekati yaqinida joylashgan bo'lib, Prospekt Yelizarova 36-uy. Keling, shug'ullaning va unutmang. Sport sog'lik garovi.